колет в глаза, он говорил прямо человеку. Он никогда не занимался сплетнями. Он никогда за глаза не говорил человеку. Он всех уважал. Правильно сказал Давид, если еще будет 1000 человек, каждому дадим, каждый может много сказать. Сегодня мы провожаем человека великого ума. Аврома Кая я знаком почти 60 лет. Я его знаю. Рахмат Кадавоша я занимал, Саша я занимал, Акукуна почти. Братья так не были, как они вместе жили. Но мой язык ушел 36 лет тому назад, в возрасте 48 лет. Шекет. Шурка, Саша Рахмат и язык. Не было дня, не было, когда мы сидели вместе, Аврома Кюкти, чтобы мы не вспоминали Саша язык. Я с ним много очень разъезжался, у меня очень много съемок есть. Он любил жить. Не просто, как говорят, что я живу, а он по-настоящему любил жить. По-настоящему он это делал. Он не был завистником. Он никому не завидовал, никогда в жизни. Он был щедр. Вот я вчера был у них дома, я прошел. Мне очень трудно говорить, потому что в его лице я потерял очень близкого человека. Я вспомнил, как мы выезжали. В час ночи мы едем теперь с Канады. Я заехал на заправку, сильный дождь идет, прямо на перевале. Я пошел заправляться, он вышел. А я обошел машину, быстро заплатил и подошел, заправил машину. Он стоит на улице под дождем, он говорит, Аврома Кадраев, не? Манна мишина, махта чток там мишнит. А вот пуля греет. Он говорит, эй, габа пуля чешлет, мишин. Не, манна мишина, дома, манна мишина. Зина пишет, дома, джонс, манна мишина, манна мишина, пуля греет. Да хай пуля, пожалуйста, Аврома Кадраев, дамати. Пуля гифтам, ватник, как дром дам, блин, машина. Это не раз было, не раз. Сколько мы выезжали, сколько мы отдыхали. У меня есть съемки даже вот с внучкой, вот Майя дочка приезжала сюда. Я поехал утром в 6 часов за ними, чтобы забрать, поехать отдыхать. Он выходит уже, и внучка уже села в машину. А он еще не сел, я ему должен помочь. А он говорит, хай дома джон хафан и свет. Наверное, грамм майляш. Там грамм на грамм уже не можешь стекнуть. А как не можешь стекнуть? Хай стекнуть, там все нормально.